Здравствуйте, вы смотрите новости НТС. В студии Маргарита Бадарханова. Мы начинаем выпуск. Сегодня по всей стране отмечают День учителя. У каждого из нас была своя первая учительница, которая вложила частичку своего тепла и сердца. Для многих выпускников гимназии номер 10 таким наставником стала Лада Крыткина. На протяжении 20 лет она учит размышлять и созидать, принимать красоту жизни и природы. Об истории успеха одного из лучших педагогов нашего города и края в сюжете Натальи Крысовой. Много лет биология является одним из любимых предметов дивногорских гимназистов. Все это благодаря Ладе Анатольевне Крыткиной. На ее уроках школьникам некогда скучать. Энергия педагога настолько охватывает присутствующих, что не замечаешь, как пробежали 45 минут и прозвенел звонок. Выпускники прошлых лет часто приходят к своему учителю и с радостью делятся своими достижениями и успехами. Ведь один из главных показателей состоявшегося педагога – любовь его учеников. Это один из моих самых, наверное, любимых учителей. Я хоть и не сдаю биологию, но мне нравится просто приходить на эти уроки, потому что всегда интересно, всегда. Даже когда читаешь учебник, ты не понимаешь, что там написано, ты можешь прийти, тебе Лада Анатольевна все расскажет, все покажет. Мы ездим вместе на олимпиады, всякие защиты научно-исследовательских работ. Именно по биологии. Вот. Но это мой любимый предмет, я хочу его сдавать и заниматься дальше, связывать свою жизнь с биологией. Вот. И именно благодаря Ладе Анатольевне я так влюбилась в биологию, и мне действительно очень-очень это все нравится. И посещать уроки очень приятно, потому что это действительно учитель с большой буквы. Но не только биологию преподает наша героиня. Она с легкостью решит химическое уравнение или задачу. Ведь в гимназию она пришла в качестве учителя химии. Но судьба сложилась иначе. И теперь одни из любимых тем про ДНК, строение лягушки или теория эволюции. Я пришла неопытный ребенок, который все в новинку. И благодаря именно коллегам, которые находились рядом, мне кажется, я вот именно стала тем, кем стала. Если вы говорите о тех трудностях, с которыми сталкивается человек, который приходит, неважно, тогда или сейчас, они всегда были. Это общение с детьми, это всегда что-то новое. Это всегда надо найти те методы, подходы, формы обучения. И новые методы, подходы и формы Лада Анатольевна находит с легкостью. Хотя в большом потоке информации порой найти необходимое зерно очень сложно. Но в то же время наша героиня старается в каждый урок вложить частицу своей души. Возможно, именно это и есть секрет ее успеха. Ладу Анатольевну я знаю и как коллегу, и как человека уже более 20 лет. Это очень добрый, очень отзывчивый, чрезвычайно позитивный человек, вокруг которого только, наверное, радость, любовь детей ее бесконечно окружает. Она замечательный классный руководитель. Труд Лады Крыткиной был отмечен на высоком уровне. Она получила звание «Заслуженный учитель Красноярского края». Но, несомненно, для нее самым большим открытием останутся ее дочь и ученики, которые уже приводят на уроки биологии своих детей. Наталья Крысова, Андрей Иванов. Новости НТС. Тема экологии волнует наших зрителей. Горы бытового мусора регулярно появляются в самых разных местах муниципального образования. Вот и на этот раз дивногорцы сообщили об очередном захламленном месте. Наша съемочная группа побывала на свалке и оценила масштаб катастрофы. В Дивногорске появилась еще одна достопримечательность, если ее можно так назвать. За бывшей базой Орса находится несанкционированная свалка. Если здесь раньше был еще строительный мусор, то теперь появился и бытовой. Старая разбитая мебель, ненужная одежда, коллекция касок. Весь этот хлам, видимо, находился когда-то в чьей-то квартире. Возможно, мусор вывезли сюда после разбора снесенных домов с улиц Патриса Лумумбы или Школьной. При этом вывозили на житое под брызги шампанского, а после черного дела закусили соленым огурцом. При этом свалка с каждым днем увеличивается в размерах. Еще немного, и въезд в наш город будет не только с малоприятным запахом, но и видом. Наталья Крысова, Андрей Иванов, новости НТС. А теперь о спорте. В конце сентября дивногорская спортсменка Зоя Тихонова выступила в супермарафонской дистанции серии «Айронмен» в Испании. Гонка «Айронмен», что в переводе означает «железный человек», это около 4 километров плавания, 180 километров велопробега и марафонская дистанция в беге 42 километра 200 метров. На старт выходят как профессионалы, так и любители в возрасте от 18 лет и старше.
На этот раз в соревновании приняли участие более 2000 человек из 67 стран. Финишировало 1600 человек. Одной из них стала дивногорская спортсменка Зоя Тихонова. На каждом этапе есть лимит времени на прохождение гонки и железной дистанции в целом. На плавание дается до 2 часов 20 минут. На бег и велогонку около 10 часов. Не справился – выбыл. Для Зои Тихоновой это уже второй железный марафон. Первый был в 2014 году в Малайзии. На этот раз наша спортсменка показала не самый лучший результат, но уже само прохождение такой дистанции – подвиг. Андрей Иванов, новости НТС. Дивногорец Даниил Ощепков стал победителем в краевом фотоконкурсе, который проходил при поддержке Министерства спорта Красноярского края. Подробности далее. Дивногорск всегда славился талантами. На этот раз лучшим стал наш фотограф. Его работы стали лучшими в краевом фотоконкурсе «Ты в ГТО, а значит в теме». По мнению жюри, они наглядно демонстрируют, что ГТО – это красиво. Это стройность, подтянутость, гибкость, изящество и сила. Меня пригласила команда, моя команда, к моей работе. Это молодежный центр «Дивный», руководство, конечно же. Ну и мы приняли как совместное, участие в этом конкурсе творческом. Для Даниила спорт является не только хобби, но и работой. Он проводит регулярные тренировки в фитнес-центре и не понаслышке знает о всех достоинствах здорового образа жизни. При этом пропагандирует занятия спортом среди молодежи и считает, что только регулярные физические нагрузки помогут держать организм в тонусе. В дальнейшем наш герой планирует продолжить свою творческую деятельность и выходить на более высокий уровень. Наталья Крысова, Андрей Иванов, новости НТС. А на этом у меня и моих коллег все. Сообщайте свои новости по телефону редакции 30828. До встречи!